Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях военный комиссар Рязанской области Владислав Витальевич Деев. Здравствуйте, Владислав Добрый Витальевич. День. Ну, 1 октября начнется призыв в армию. Какое количество юношей в Рязанской области в этом году отправится на срочную службу? Призывные комиссии начнут работать с понедельника, со 2 числа. Мы уже отправили в этом году порядка больше 1000 человек весной. Ну и сейчас где-то около этой цифры будем тоже стараться призвать и отправить вооруженные силы. Скажите, кто вообще имеет право на отсрочку, по каким причинам? Все отсрочки прописаны в федеральном законе 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. Но в основном отсрочка предоставляется тем людям, которые, ну, самое большое количество, это у нас обучаемые. Больные, есть тоже такие болезни, которые могут быть излечимы. По закону там отсрочка предоставляется до года по некоторым болезням. У кого тяжелое семейное положение, но его надо доказать, то есть документально подтвердить, что призывник является опекуном или единственным кормильцем. С какими болезнями вот на сегодняшний день в армию вообще не берут? Психические расстройства, то абсолютно не идут, не призываемые ребят. Ребят, которые попробовали и узнали, что такое наркотики, стоящие на учете в наркодиспансере и привлекаемые по уголовным делам и по административным в том числе. Инвалидов детства, ну это естественно, мы не берем, не призываем, хотя военные билеты мы им выдаем. Mm-hmm. Вот это у нас, на моей памяти, был такой случай, когда родители инвалидов детства очень возмущались, почему мы их приглашаем на заседание медицинских, на медицинское освидетельствование, вот, очно, якобы. Но мы их для того приглашаем, чтобы по ним принять решение, что они освобождаются от призыва. И это медицинское свидетельство может проходить не очно, а и заочно тоже может проходить. Поэтому здесь бояться ничего не надо. Вот, просто надо представить документы, подтвердить вот эти заболевания. Мы даже для того, чтобы снять эту напряженность, в свое время проводили это освидетельствование не в здании военного комиссариата, а в тех местах, где было удобно родителям инвалидов детства. Владислав Витальевич, уже который год ходят слухи, что срочную службу продлят до года и 8 месяцев, а то и до 2 лет. Все-таки в этом году срочники сколько будут служить? 1 год. То есть никаких изменений? Ну, в законах изменений нет никаких. Угу. У нас призыв, основа призыва – это федеральные законы, понимаете? Если бы были изменения в законах, в законодательстве, мы бы действовали по основанию изменений в этих законах. Но сейчас закон говорит о том, что служба по призыву длится 1 год. А вот с вашей точки зрения, лично с вашей, этого достаточно 1 год в армии? Понимаете, опыт показывает, что этого достаточно. Система подготовки в вооруженных силах уже, так сказать, перешла на вот это время, на этот период прохождения службы молодыми людьми. И, в принципе, за 1 год в армии готовятся, подготавливаются достойные специалисты. Естественно, большое внимание при этом уделяется допризывной подготовке. Сейчас все больше и больше мы об этом говорим, и о патриотическом воспитании, и о допризывной подготовке. У нас даже в области создан центр допризывной подготовки. Вот. Да, это, конечно, дает большой плюс молодым ребятам, которые идут в армию. Они быстрее адаптируются, они уже идут, некоторые даже с военно-учетной специальностью уже поступают, призываются. Вот. И для армии это хорошо, и для ребят тоже, я считаю, большой плюс. А какая работа в этих центрах проводится? По каким направлениям ребят готовят? У нас допризывная подготовка, она идет 2 направлениями. Это обязательная и добровольная подготовка. Обязательно мы начинаем готовить уже в школе по курсу ОБЖ, да? Вот. И также готовим по военно-учетным специальностям в образовательной сети ДОСАВ. Вот у нас Рязанская область подготавливает ежегодно порядка 300-400 водителей военных, которые практически
приходя, призываясь в вооруженные силы, становятся на должности водителей и начинают выполнять свои обязанности с первых дней, после принятия присяги, естественно. Вот. Есть добровольная подготовка. Вот эта добровольная подготовка занимает центр допризывной подготовки. Они разработали курс факультативных, скажем так, занятий. Назвали они это «Школы будущего солдата». Преподают там подготовленные специалисты, бывшие преподаватели, офицеры запаса, которые проходили службу в десантном училище, преподаватели школы ДОСАВ, автомобильной школы ДОСАВ. Там ребята более углубленно изучают те предметы, которые можно назвать предметом НВП, если взять старую школу. Вот это тоже дает большой плюс при начале службы, в течение всей службы, в течение года. Армия до сих пор у многих ассоциируется с портянками. Расскажите, пожалуйста, о нововведениях, которые повлияли на комфорт жизни призывников в армии, которые были приняты в последние годы. Я начинал служить в 85-86 году, если брать даже общежитие курсантов или казарму курсантов военного училища, там не было горячей воды, например, только холодная была. Вот. Сейчас, портянки, это понятно, сапоги, портянки. Сейчас в казармах душевые кабины, стиральные машины, горячая вода, естественно. Вот. Сапоги уже не носят, носят ботинки, берцы, так называемые, с носками, которые постоянно выдаются бойцам, меняются и так далее. Поэтому я считаю, что службу комфортной назвать нельзя, потому что она требует каких-то ограничений, да, военная служба. Но, по крайней мере, служить стало в бытовом плане намного легче. Мы тоже, у нас собирают ежегодно или два раза в год мы собираемся в масштабе округа на военные сборы, военные комиссары. Сборы проводятся на базе различных войсковых частей. И я могу сказать, что, зная наши подразделения, которые у нас в Рязани стоят, и то, что где мы проходили военные сборы последние, требования, какие предъявляет министр обороны к казарменному фонду, они везде одинаковые. И везде есть душевые кабины, и везде есть стиральные машины, и стараются койки не ставить два яруса, а в один ярус. Вот, и температура поддерживается в казарменном помещении, особенно спальном, не ниже 20 градусов зимой. 21 век, век информационных технологий. Мы не представляем своей жизни без сотовых телефонов, без гаджетов. Имеют ли возможность в армии солдаты пользоваться сотовыми телефонами для связи с внешним миром? Конечно, имеют. Конечно, имеют. И разрешено это давно. Единственное ограничение, может быть, я его так назову, что вот эти гаджеты используют только для связи, больше ни для чего. А так как связываться постоянно солдат не имеет возможности, у него день расписан от подъема до отбоя, то вот в этом расписании дневном есть место, время для использования, для пользования сотовым телефоном. Это во-первых. Во-вторых, так как боец, солдат постоянно находится на боевой учебе, в поле или в классе, то постоянно ношение телефона ему мешать может просто. Либо он потеряет его в конце концов, либо разобьет. Поэтому в частях, в подразделениях сотовый телефон хранится в определенном месте, которое укажет командир подразделения. Вот. Поэтому... Владислав Федорович, вот в СССР в армии служить было почетно. В 90-х годах в России опасно. На сегодняшний день какое отношение к армии у самих призывников и много ли тех, кто пытается уклониться от службы? Я скажу так, что сейчас там в армии служить еще почетнее, чем при СССР. Во-первых, ребята не просто познают жизнь, учатся жизни, да, но они еще владеют тем оружием и той техникой, которая, в общем-то,
Ну, на гражданке нету. Если она и будет, то не скоро. Вот это во-первых. Во-вторых, у нас появилась такая категория военнослужащих, как контрактники, которые, ну, будем так говорить, туда, куда раньше отправляли призывников, сейчас отправляют контрактников. Потому что они имеют больший опыт службы, они более подготовлены, они более, так сказать, устойчивы ко всем стрессам. Вот это во-первых. Во-вторых, они, ну, я считаю, что когда у человека тыл крепкий сзади, он спокойно выполняет свою работу. Вот контрактник как раз сейчас все делает для того, чтобы тыл сзади был крепкий всегда. Вот. А призывник, да, я считаю, что хорошо им служится, призывникам, один год. Все-таки есть какой-то процент тех, кто уклоняется от службы? Я считаю, что те, кто по инерции уже идет, то есть старших возрастов, ребята, которые уклонялись там 5-6 лет назад. Но мы говорим об этом, говорим и будем говорить, что из всех уклонистов, годных к службе в вооруженных силах, процентов 5-10. Остальные просто больные люди, которые не могут прийти, не могут себя заставить прийти на медицинское свидетельство, не пройти при военкоматах и определиться со своим здоровьем до конца. К сожалению, сейчас процент психических расстройств увеличивается, и вот многие призывники, многие уклонисты, как раз из серии вот такой, к сожалению. А что вообще по закону, что-то грозит тем, кто уклоняется от срочной службы в армии? Как в дальнейшем это может повлиять, в принципе, на их жизнь? У них же не будет военного билета. А почему? Военный билет у них будет. Если только вид этого военного билета разный. Конечно, но мы же, я же говорил вначале, что военный билет, он имеет такую же функцию, как и паспорт, и поэтому мы обязаны выдавать его всем. Уклонисты, не уклонисты, но просто... С 2014 года действует закон Российской Федерации, который говорит о том, что если гражданин не прошел военную службу на незаконных основаниях, ему выдается билет, то есть ему выдается документ воинского учета. Это справка. А эта справка говорит о том, что он не имеет права проходить государственную, муниципальную службу, не быть избранным и так далее и тому подобное. У нас случаев таких уже много, когда человек, не прошедший службу, так называемый уклонист, пытались устроиться на муниципальную или государственную службу, к нам приходили запросы с кадровых органов. Мы объясняли, почему парень не служил. Предъявляли документы из личного дела. Вот. И я так понимаю, что у них с работы не получилось чуть-чуть. В милицию, в полицию, если такие вот люди захотят служить служить в полиции, таких ребят не берут, в МЧС тоже. Поэтому для того, чтобы не осложнять себе жизнь на будущее, надо один год отдать родине, выполнить конституционный долг гражданина. Вот, и это, в этом ничего зазорного, ничего страшного нет абсолютно. А вот на сегодняшний день во многих странах мира женщины служат срочную службу в армии наравне с мужчинами. У нас, конечно, насколько я знаю, пока никаких таких глобальных изменений в этой системе не предвидится, но вот ваше личное отношение к женщине в армии? Ну, я так думаю, что у нас достаточно ресурсов людских, чтобы женщин в армии не служили. Хотя сейчас вот министром обороны, президентом принято решение начать обучение девушек по специальности военнолетчик в Краснодарском училище. Поэтому вполне возможно, что когда-нибудь девушки тоже будут призываться в вооруженные силы. Но вы поймите правильно, если в Израиле военная служба обязательна для всех, посмотрите, какая страна и сколько там населения, да? То у нас, ну зачем девчонок, так сказать, заставлять приносить тяготы лишения военной службы? У нас достаточно женщин, служащих по контракту в вооруженных силах. Они также и танки водят, и стреляют, и гранаты метают. А призывникам, ну что, 18-летнюю девчонку отправлять на войну зачем? Не на войну, вернее, на военную службу. Будет желание, получит специальность, придет к нам на пункт отбора, оформим документы, отправим служить. Вопросов нет никаких.
Владислав Витальевич, большое спасибо, что в такую горячую пору нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию. Пожалуйста. Ну а нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был военный комиссар Рязанской области Владислав Витальевич Деев. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.